вот он мы сломается, а ты уже затирать. Будешь лететь. Да, хорошо. Вот такой вид террасы открывается. Ну, да, под крышей, но не достроено. Так, тут у нас так. Дом кирпичный, двухэтажный. Вот так. Здесь даже заложили. Так, сейчас зайдем внутрь. Это второй этаж. Тут санузел. Здесь две спальни на втором этаже. Это у нас зал с кухней. Вот такой зал. Кухня. Окна у них пластиковые. Пластиковые окна. Батареи, отопление. Паровое. Катерина Николаевна. Сейчас узнаем, какое. Да, сейчас узнаем. Пол ламинат. Значит, это кухня одна. Потолки стандартной высоты. Где-то 2,70-2,80. Тоже батарея. Пластиковое окно. Пошлите, покажу мою комнату. Ну, покажи свою комнату. Давай, давай. А, вот эта комната Тимофея. Да, хорошо. А почему? Тоже батарея. Окна. Так, это вид у нас на двор. Выглядит как... Как детская, да? Да. Достань сундучок. Нет. Значит, лестница бетонная, перила железные. Так, штукатурка. Это вот входная дверь с улицы. Есть подвал, туда уходит. А мы зайдем в первый этаж. Вот мы заходим. Предбанничек. Тоже три комнаты. Здесь получается одна комната. Потолки здесь чуть пониже, наверное, 2,50. Так, здесь у нас... Так, вот здесь вот. Тоже окно, батарея. Батарея огромная просто, да. Ага, да, здесь тоже кухня. Два окна, кстати, вот окно выходит на улицу. Хорошо, да. Да, и на втором тоже такое же окно есть, только его заделали. Только имеется в туалетные бани, само чисто разделение. А, раздельная туалет, баня. Угу. Так, тут печка уже. Тук има туалетна и баня, но са отделни. Тук е баня, тук е туалетната. Два тук го картихме да ви кажа защо по прости е моя кол. Защо помислих... Та вот вход, тут тераса, тут окно заложено, и вот там заложено. Дом кирпичный.